Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас в каталоге новиночка. Это шарлотта земляничка. Вот такие я сделала конвертики. Возьмем 3 конвертика. Возьмем 2 конвертика из прошлой нашей новиночки. Это подарок от моей сестры Тани с канала «Люблю рисовать». Ссылочка на нее будет в описании. Вы можете посмотреть, как она сделала эти наклеечки. Следующее мы возьмем мини-ленту. Возьмем 2 конвертика. Холодное сердце, 1 конвертик. Ам-нямчик, 1. 1 пакетик из коллекции «Коты рулят». 2 веселых прилипалы. Ой. Парочку киндеров. Три шопкинса. Два сока, 2 выстрела наших пиратиков и 1 пакетик от РЖД. И начинаем мы, как всегда, с коллекции РЖД. Нам осталось собрать всего лишь 3 сюрпризика. Посмотрим, что нам попадется сегодня. И нам попадается повторочка. Это совушка под номером 2. Отложим ее в сторонку и в конце видео уберем ее в конверт для наших повторочек. Двигаемся дальше. Коллекция «Морской бой». Мы взяли 2 выстрела. Кто же у нас стреляет? Команда зеленых стреляет Г3. Промахиваемся. Отмечаем выстрел. И команда оранжевых стреляет B4. Отметим. Во втором конвертике зеленая команда стреляет A1 и попадает в трехпалубный корабль. Отмечаем их выстрел. И смотрим, куда делает свой выстрел оранжевая команда. Они стреляют D2. Отметим. Осталось совсем немного, чтобы наш морской бой завершился, и мы узнаем, кто победит в этом морском бое. А мы идем дальше. Каталог мини-ленты. Два конвертика. Первым нам попадается повторочка под номером 25. Шампунь для мужчин. Уберем в сторонку. А во втором конвертике у нас 2 такой кондиционер под номером 23. Такого у нас еще не было, приклеим его на место. И смотрим, что же нам попадется дальше. Коллекция сок, 2 конвертика. И в конвертике с вишенкой нам попадается ABC, мультифрукт. Размещаем его в нашем каталоге. И в конвертике с яблочком нам попадается сок Sun Smile. И тоже мультифрукт. Помещаем его в наш холодильник. И переходим к следующей коллекции. Это коллекция Kinder Surprise.
раз киндер, два киндер. И сразу же открываем. Внутри у нас вот такой бегемотик. Во втором киндере нам попадается. Ой. Повторочка. Такой же бегемотик. Пускай полежит в сторонке. Идем дальше. Коллекция Стражи Арктики. Коллекция Веселые Прилипалы. Так, кто же у нас здесь? Хохотун. Такого прилипала у нас еще не было. Положим его на его место и прочитаем про него. Когда-нибудь чувствовал, что тебя распирает от радости? Сейчас буквально лопнешь. Наверняка ты столкнулся с хохотуном. В конце видео уберем вкладыш в конвертик для повторочек. Пускай полежит пока здесь. А мы приклеим нашего хохотуна. А во втором конвертике с прилипалами у нас... О, понедельник! Пускай полежит, подождет, а мы про него прочитаем. Это он не дает тебе поваляться подольше, заставляет есть противную кашу и выгоняет на уроки. Понедельник, прекрати! Ходят легенды, что если с ним подружиться, можно получить отличное настроение на всю неделю. Но вот как, мы и сами не знаем. Отличная история про наш понедельник. Приклеим его в наш каталог и будем двигаться дальше. Ну а дальше в нашем каталоге ам-нямчик. Мы взяли один конвертик. Посмотрим, кто нам попадется. Так, ам-нямчик. Что же у тебя внутри? Такой малыш под номером 14. Ты что такой грустный? Неужели кто-то отобрал у тебя конфетку? Присоединяйся к своим друзьям-ам-нямчикам. Я уверена, что кто-нибудь из них обязательно с тобой поделится конфеткой, чтобы ты не был таким грустным. А мы идем дальше. Коллекция «Я люблю кошек». Берем наш конвертик и открываем. И нам попадается вот такой вот кот из Луни Тюнс, который... Вот такой кот из Луни Тюнс. Он у нас под номером 7. Давайте его приклеим на место. Совсем не помню, как зовут этого кота. Ребята, а вы знаете? Напишите мне, пожалуйста. Ну а мы идем дальше. Коллекция Шопкинсы. Мы взяли три конвертика. Первым нам попадается мороженое мечты под номером 129. Приклеиваем наш замороженный продукт и открываем следующий конвертик. Под номером 4, мне кажется, что это какой-то ананасик. И берем наш третий конвертик. Нам попадается... Очень похоже на грушу, такую моднявую. Наверное, она работает в офисе, в таких очках и с такой сумочкой деловой. Давайте приклеим ее на место. Ну а в прошлый раз... Нам попалась вот такая вот конфетка. Я так и не узнала, что это. Но, наверное, либо это жидкая конфета, либо жидкая жвачка. Со вкусом яблочка или арбузика. Не знаю. И нам еще попалась в прошлый раз зубная щетка. Я посмотрела картинки именно этой игрушки. И с другой стороны у нее здесь щетиночки. Так что это зубная щетка. А мы идем дальше. Коллекцию «Холодное сердце». Посмотрим, что нам сегодня попадется. Ой. Аккуратно.
И нам попадается маленький Кристоф под номером 4. И уже несложно догадаться, кто же будет еще на этой картиночке. Но я не буду раскрывать вам секрет. Идем дальше. В неоформленную коллекцию от моей сестры Тани с канала «Люблю рисовать», где она показывает, как она делает эти сюрпризики и конвертики. Посмотрим, что же нам сегодня попадется. Какая милая пандочка! Приклеим эту пандочку на этой страничке, где-нибудь здесь. И открываем второй конвертик. Что же здесь? Что? Совушка! Она что, уснула? Посмотрите, какая яркая и красивая. Давайте поместим ее с этой стороны. Когда мы откроем все сюрпризики, мы придумаем название для этой коллекции и оформим страничку. Я вам обязательно это покажу. Ну а мы переходим к нашей новиночке. Коллекция Шарлотта Земляничка. Давайте посмотрим, кто нам будет попадаться. В первом конвертике у нас вот такая вот девочка. Насколько я знаю, это две сестрички-виноградики, и нам попался синий или фиолетовый виноград. Так, ее номер 8. Приклеим ее на место. Что же у нас будет в следующем конвертике? А в следующем конвертике у нас вот такие милые зверята. Кошечка и щенок рядом с земляничкой. Они находятся под номером 3. Ребят, я не смотрела этот мультик, и я не знаю, как зовут этих персонажей. Расскажите мне, пожалуйста. Приклеиваем их на место. И переходим к третьему конвертику. И нам попадается Шарлотта Земляничка. Эту девочку я знаю, с целой корзиной ее любимых ягод. Под номером 4. Рядом с этими милым котенком и собачкой. А теперь, ребята, небольшой спойлер. Я вам покажу, что я подготовила уже коллекцию на завтрашнюю распаковочку. Я хочу, чтобы вы догадались, какая тема этой распаковочки будет. Надеюсь, вы догадаетесь. Ну а на этом все. Переходим в начало каталога и убираем наши повторочки. Бегемотик из киндер-сюрпризов. Шампунь мужской Шаума из коллекции Мини-лента. Повторочка совушки из коллекции РЖД. И вкладыши от наших прилипал. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на канал и ставить колокольчик. Видео с распаковочками с понедельника по пятницу в 15 часов по московскому времени. Пока-пока!